Первая встреча с ужом. Вот, девочка ни разу еще не брала в руки. Сегодня вот показал, объяснил, дал в руки подержать, что не стоит бояться, они не ядовитые. Дать им буквально секунду, и они сразу убегают. Ну вот, девочка держит, не боится. Хотя до этого бежала, пищала, видела 5 метров расстояние от змеи, уже убегала. Ну вот, видите, маленький самец. Он не кусается, правда, подванивает, как все. Не, он не укусит. Он может дернуться, дергаться может, пытаться показать, что он агрессивный, больше шипит. Но он ничего не может больше сделать, чем просто навонять. Так что, ну, какие ощущения, что ты скажешь, первый раз взяла? Страшно. Да не. Уже не укусит. Он хочет меня удушить, походу. Ага. Так что, если встретите где-то на речке вроде Николаев, не бойтесь, спокойно отпускайте, и все. Что, будешь отпускать его? Смотри, он тоже ко мне так будет ползти, как у тебя. А может меня обхватить? Нет, это не та змея. А, ну я же держу. Больше. Вот такие вот первые впечатления. У него стресс. Да, да, кстати, стресс. Ну, у него быстро пройдет. Они сейчас спячки только вышли. Еще не поняли, что у них стресс, не стресс. Что, будем отпускать? Ну, все, тогда отпускай в сторону туда ямы, чтобы он пополз. И сейчас он туда запрыгнет. Тихо, тихо. Найдет сам? Да. Ну, он если не туда, то рядом где-то. Нюх. Куда-то ушел. Да. Вот сейчас, сейчас туда должен запрятаться. Они чувствуют температуру, что в яме холоднее. Не, еще не сообразил. О, все. Раз. И все. И вот так вот в одной нарезе молочной может до 40, до 50 ужей. Вот такие вот дела.